встретимся, познакомиться, посмотреть, попробовать, понюхать, нанести на себя ту замечательную косметику, которая обеспечивает нам на сегодняшний день наше качественное состояние кожи. Знаете, сегодня даже вот не столько, так скажем, какой-то блеск или сияние, даже не сияние, а вот блеск или что-то такое внешнее, да, декоративное, может быть, яркое, кричащее, привлекает людей, как привлекает именно ухоженная кожа. И сегодня именно это показатель нашего здоровья, потому что мы знаем, что в первую очередь, как хорошие все вещи с нашим здоровьем, так и, может быть, не всегда хорошие, они в первую очередь отражаются на нашем лице, на нашей коже. И что хотелось отметить, что сегодня, знаете, вот уже и потребитель пошел, может быть, уже более подготовленный, более искушенный, более информированный. И такие какие-то вещи, которые раньше мы, например, говорили там о необходимости ухода, там, тонизирования или что-то еще подобное, и вообще необходимости ухода за собой, умываться не мылом, например, а определенным средством, предназначенным для этого, наверное, уже не каждому нужно это объяснять, хотя, в общем-то, еще встречаются люди, которые с гордостью говорят: я умываюсь мылом, и у меня вот достаточно, и у меня кожа хорошая, и генетика у меня тоже хорошая. Но вы знаете, как вот есть такие слова, так будет не всегда, потому что и время, с которым мы не властны, в общем-то, тоже вступает в свои права. Но я хочу сказать, что к одному и тому же возрасту мы можем с вами прийти совершенно, ну, в различном вот состоянии, как нашего здоровья, так и состояния нашей кожи. Итак, вот давайте сегодня будем разбираться, почему именно Artistry бренд, почему именно эту косметику мы выбрали. Ведь полки магазинов сегодня заполнены различными брендами других компаний, достаточно много, и есть и также премиальные линейки, так же как вот Artistry, это тоже линейка премиального класса. И ценовой параметр, может быть, тоже где-то похож. Но, тем не менее, мы выбрали именно Artistry. Почему это так произошло, мы тоже сегодня об этом поговорим. Компания развивается, поскольку и в мире все развивается, и меняется. И потребитель тоже самое, как я говорю, меняется. И новое открытие совершается в области косметологии. И Artistry идет, я бы даже не сказала, что много со временем. Я бы даже сказала, что опережая это время. То есть появляются новые линейки, новые, открываются новые ингредиенты, новые технологии. И я бы даже сказала, что Artistry здесь задает тон вот, ну вот в трендах сегодняшнего дня. И даже завтрашнего, я не боюсь этого слова. Поэтому что сегодня мы используем в нашем, компания предлагает в ассортименте бренда Artistry. Как вам, может быть, определиться немножко с той или иной линейкой и даже с тем или иным направлением? Какие тренды сегодняшнего дня, может быть, вот интересны, модны? Вот об этом мы сегодня немножко поговорим. Но если говорить вообще вот о трендах сегодняшнего дня, то вы знаете, сегодня как раз, ну, скажем так, в моде, сегодня в почете, это именно здоровая кожа и чистая, вот чистая, чистота кожи, чистота продукта. И это мы сегодня тоже увидим, как раз особенно на... Я сегодня подробнее буду рассказывать немножко о новой линеечке Artistry Skin Nutrition, остановлюсь, и даже презентацию сегодня буду показывать, но здесь, поскольку продукт мне хотелось показать больше, так скажем, воочию, чтобы было видно, кто смотрит у нас онлайн. Тем не менее, вот на этой линеечке я сегодня остановлюсь, но я никоим образом не хочу умалять другие направления, тем более, что у нас есть здесь и базовый уход, у нас здесь есть и продукты салонного ухода, и специальные продукты, специальные средства дополнительные к основному базовому уходу и так далее, и так далее. Итак, давайте мы, наверное, все-таки вот начнем. Что еще мне хотелось бы сказать, что сегодня новое открытие компании позволяет говорить, и вообще это тоже тренд сегодняшнего дня, смотреть, наверное, не на возраст, не столько, сколько вам лет, хотя это тоже никто не сбрасывает со счетов, но сегодня смотрят на то, какое состояние кожи. И в зависимости от этого как раз и подбираются средства, и подбираются ингредиенты. И вот компания проводит очень много исследований, очень много запатентованных вещей у нее на сегодняшний день находится.
в ассортименте. И сотрудничает она с учеными по всему миру. И вы знаете, поэтому сегодня компания уверена в том, что она предлагает, поскольку проведено не одно клиническое испытание и доказано, что ингредиенты в различном, различные ингредиенты различного состава, различные компоненты и концентрация, они могут приносить различный точно так же результат и по уходу за нашей кожей. Итак, давайте мы тогда вот я немножко сначала так в общем остановлюсь на тех линейках, которые у нас присутствуют в компании. Начну я с самого такого простого базового ухода. Это линейка Essential by Artistry. Те, кто... Я еще буду немножко, может быть, касаться иногда тех линеек, которые сейчас заменяются у нас, да, вот, потому что у некоторых людей еще остались предыдущие, может быть, линеечки, да, ну, вот. Ну, кто давно в компании знает там Essential Artistry, сейчас вот линеечка Essential by Artistry, чем она у нас хороша? Чем она хороша? Хороша она тем, что ее можно, она проста в употреблении. Знаете, те люди, которые хотят познакомиться вообще, вот, может быть, впервые с брендом Artistry, пожалуйста, это линеечка для вас. Хороша она также для подростков, для подросткового периода, потому что простые ингредиенты, не усиленные какими-то возрастными, такими, скажем так, компонентами, да, они подходят буквально вот любому молодому человеку, девушке, молодому парню, которые либо только начинают разбираться с косметикой, либо они не разбираются, но у них есть какие-то определенные проблемы. А проблемы начинаются в первую очередь вот где-то с периода полового созревания как у мальчиков, так и у девочек. И это, конечно, гормональные изменения, эти все, они отражаются и на коже подростков. Кожа, может быть, становится такая более бугристая. Сальные железы начинают работать в силу выработки определенных гормонов. То же самое более интенсивно. И если не ухаживать в этот период за кожей, то можно получить, к большому сожалению, закупоренные поры, и грязь попадает в эти поры, ну и акне, и так далее, и прыщи. И если вовремя, так сказать, не удалить эти все вещи, а еще молодежь начинает давить на лице, да, если, не дай бог, они воспаляются, ну и это вообще может таким привести очень печальным последствиям. Так вот, самые простые, простой шаг, который нужно сделать, это вообще-то нужно умыться. И вообще мы начинаем с очищения, да, своего лица, своей кожи. Я не говорю эти этапы, потому что, ну, уже я, как и сказала, что сегодня продвинутая аудитория, но, может быть, не лишний напомнить, что очищение, да, куда мы добавляем еще тонизирование, плюс потом у нас идет уже активация определенная, потом уже идет у нас защита нашей кожи. Итак, мы начинаем с умывания, с очищения. И вот гель для умывания, он как раз хорош тем, что он здесь... вам сразу послужит и увлажнением, и очищением, и тонизированием. Вот такую уникальную форму разработчики здесь применили, что вам не нужно будет дополнительно применять тоник. Формула позволяет вам одновременно и очистить лицо утром и вечером, это делается два раза в день, и его протонизировать. И дальше мы... То есть это очень быстро, это очень просто, и те подростки, которые не умеют, не знают, стесняются, они освоят этот шаг очень быстро. И дальше мы применяем лосьон для того, чтобы нам обеспечить еще и активацию, и защиту нашей кожи на весь день. Если мы пойдем на улицу, то мы, это мы применим увлажняющий крем. Если мы пойдем на улицу, то мы применим защитный крем, который нам обеспечит SPF-защиту от ультрафиолетовых лучей, SPF-30, и от тех загрязнений окружающей среды, которые, к сожалению, наносят, так скажем, вред нашей коже. Очень бережное очищение, очень бережная вообще вот работа вот с кожным вот с этим салом, да. Вот. Но если все-таки кожа, как я уже сказала, проблемная, и... Данное средство, может быть, будут немножко, так скажем, не полностью справляться с теми проблемами, которые есть на лице, то для этого как раз вот для проблемной кожи существует освежающий тоник. То есть мы очистили лицо,
очистили лицо ватным диском, и затем, ну, вернее, мы его умыли, смыли, и затем ватным диском протерли наше лицо вот как раз вот этим вот тоником для проблемной кожи. И дальше применили тоже там то же самое, специальный гель для проблемной кожи, причем можно его наносить как точечно, если это небольшие какие-то высыпания, либо можно нанести его и на все лицо, если это повреждена достаточная, ну, площадь на лице того или иного человека. Хочу сказать, что вся косметика Artistry, она вся протестирована дерматологами, она вся является гипоаллергенной, поэтому здесь можно не бояться. Кремы, все, что связано с глазами, они протестированы еще офтальмологами, то есть те, кто носит очки или линзы, они то же самое могут не бояться и наносить их на лице. Вот как раз эти тоник и крем, они удаляют вот этот вот блеск, тот, который возникает вот от чрезмерной работы сальных желез и выделения этого сала, и ваше лицо, не ваше лицо, человек, который использует этот продукт, получит такой вот ровный тон, матирование будет очень хорошее, и кожа будет выглядеть уже более здоровой. Итак, простота. С 12-13 лет, вот когда вот люди входят в этот период, это можно будет уже сделать. Причем это подходит и для мужчин, и для женщин. Иногда еще спрашивают, нужно ли мужчинам применять вообще, так скажем, какие-то средства ухода за своим лицом. Да, безусловно, конечно, нужно. И у мужчин у нас сейчас в линейке Хим появились определенные свои ингредиенты для этого, компоненты для ухода за своим лицом. Но я хочу сказать, что линейка как раз вот бренд Artistry, он тоже применим и для мужской кожи. И в частности, вот, например, гелем для умывания можно умыться, и который будет предшествовать этапу вот перед бритьем. Так. Почему она зеленого цвета? Да, еще сказать. Потому что сюда входят как раз вот ингредиенты натурального происхождения. Это и огурец, это и у нас экстракт лотоса. Причем можно очень даже легко определить ромашка, которая успокаивает нашу кожу. Да? Очень хорошо можно посмотреть на тюбиках этой линеечки. Здесь как раз вот вынесены даже прямо эти значки на упаковку. Увлажняющие салфетки есть для снятия макияжа и очищающие. К сожалению, я их забыла дома, но поверьте, что они тоже очень эффективные, и их очень удобно брать в дорогу, в сумочку. Удобный клапан, который закрывает это все, все эти салфетки. Они бережно очищают, они удаляют макияж и даже такой вот водостойкий, и увлажняют нашу кожу. Итак, это первая линейка, о которой мне хотелось немножко вот рассказать. К основным уходовым средствам относятся и средства линейки Intensive и линейки Skin Nutrition, Artistry Skin Nutrition, но я о ней расскажу несколько позже. Мне очень хотелось сегодня сказать еще о том, что существует, поскольку у нас тема заявлена как салонный уход, да, в домашних условиях, то есть продукты, которые усиливают действие основного базового ухода, да, и служат хорошим дополнением и усилением, я бы сказала, тех продуктов, которые вот дают нам такое общее очищение, общее увлажнение. К дополнительному уходу у нас будут относиться это определенные маски. И это уже более новые такие продукты, которые компания вывела на рынок не так давно. Пять масок. Когда они вышли на рынок, когда мы впервые с ними стали знакомиться, вы знаете, это был такой инновационный продукт, это был эффект вау, потому что мультимаскинг для меня, например, это было вообще новое понятие. Точно так же, как было непонятно, а как можно использовать одновременно несколько масок. Мы привыкли к тому, что, да, и до этого в компании были маски тоже, да, мы наносили их на лицо, были дневные, были ночные маски, мы наносили на лицо определенное количество времени, либо ходили, либо быстро смывали, и
Это была обычно одна маска. После нее, например, могла накладываться другая маска через определенное количество времени. Те маски, которые компания вывела на рынок, которые сейчас у нас присутствуют, это вообще-то практически прорыв, я бы сказала, вот в косметологии. 5 масок. Чем они хороши? Хороши они тем, что их можно использовать одновременно 3 маски. Растительное происхождение. Сюда входит обязательно один какой-то, хотя бы минимум один ингредиент с продуктов, которые выращены, растительных продуктов, которые выращены на плантациях Nutrilite компании Amway. Увлажняющая маска. По цвету даже можно определить, какая маска, какого цвета она, да, и зеленый очень приятный цвет, увлажнение. Если мы откроем, и она вот такого зеленого, приятного зеленого цвета, знаете, потрясающий, просто вот очень свежий, нежный аромат. Вообще вживление ароматов в косметику – это очень дорогостоящий процесс, поэтому это могут позволить себе только компании премиального бренда. У компании Amway парфюмированные вот эти вот отдушечки, они настолько деликатные, что они не перебивают, например, парфюм, который мы потом нанесем на себя. Плюс они, я бы сказала, гипераллергенны, потому что я вот пока еще не встретила ни одного человека, который, был бы, не то что недоволен, но даже вот кто бы как-то негативно отреагировал, бывает так, что ведь люди не всегда переносят какие-то определенные запахи, правда? Бывает аллергия не только на продукт, но и на запах. Пока вот я не встретила ни одного аллергика вот на запах, во всяком случае, вот зеленой этой масочки. Увлажняющая маска, она наносится на те участки, может наноситься на все лицо, может наноситься на определенные участки. Если это комбинированная, да, кожа, то мы наносим на те участки, которые у нас более сухие. В первую очередь, конечно, это у нас наши щечки. А Т-зону мы тогда можем порадовать, так сказать, другими определенными масками. Маска осветляющая. Вот. Я вообще обожаю нюхать все продукты. Поэтому я первое, что делаю, я когда открываю какой-то продукт, я сначала его нюхаю, потом смотрю уже консистенцию. Очень нежная, такое, знаете, прямо вот сияние появляется на лице. Выравнивает тон очень хорошо. После ее применения, кожа прямо как будто вот действительно насыщается таким вот красивым сияющим цветом. Она становится более упругой, такой более гладкой, более вот эти вот светоотражающие частички позволяют выглядеть прямо вот ухоженной. Лифтинг. Наверное, фаворит среди масок, потому что экстракт граната, в частности, сюда входит. Я не говорю полностью много о составе, потому что вы можете это почитать на сайте, либо в буклетах, которые идут к компании. Важно вот сегодня посмотреть, попробовать, кто здесь есть, понюхать этот продукт. Очень интересная маска. Она такая более желеобразная. Экстракт граната. Прямо вот по цвету даже, да, и по упаковочке тоже это можно посмотреть. Упаковка, кстати, тоже вся экологичная. И это тоже бренд сегодняшнего дня. Экология не только и чистота, не только продукта, но чистота и упаковки, из которой он изготавливается. Так вот, когда первый раз человек начинает, дама начинает знакомиться, например, с этим продуктом, то нужно понимать немножко, что он будет разогреваться. Мы немножко его аккуратно на пальчики наносим, либо используем определенную кисточку, которую тоже можно приобрести. Очень мне нравится эта кисточка для нанесения масочек, такая вот специальная, мягкая. Вот. И она становится такая вот как теплая, даже как разогревается у нас на лице. Вот. И можно делать массирующими какими-то движениями. Мы можем нанести ее на зону подбородка, вот и скул, вот сюда вот скул, да, то есть для контура, для подтягивания так вот контура нашего лица. Дальше, например, отшелушивающая масочка с экстрактом сахаров черной смородины. Вот даже опять тоже по упаковке видно, что это
такой сиреневый цвет. И даже внутренняя часть упаковки вот, тоже вот такого цвета. Вы знаете, вот такие, казалось бы, детали маленькие, да, но они настолько приятны, потому что ты чувствуешь заботу и внимание, вот просто любовь к женщине, вот компании, вот в таких мелочах, мне кажется, это как раз премиальность, вот это вот вся и сказывается. И вот такая вот очень приятная тоже консистенция. Ой, прям не оторваться, смородины, такое ощущение, что смородины прямо пахнет, да. Вот. То есть это у нас уже отшелушивающая масочка, которая у нас удаляет хорошо, отшелушивает ороговевшие частицы нашей кожи, вот, и дальше готовить ее для дальнейшего либо масочек применения, либо кремов и так далее. И очищающая маска, она такого вот желтого приятного цвета. То есть название говорит само за себя. Одновременно, конечно, отшелушивание и очищение не применяется. Отшелушивание можно применять не каждый день. Хотя, если хотите, можно какой-то период поприменять почаще. Но очищение можно использовать каждый день. Пожалуйста, почистили, смыли, нанесли. Наносятся маски 7 минут на различные зоны. Как я уже сказала, можно одновременно нанести до 3 масок. То есть, к примеру, можно нанести увлажнение на щечки, да, например, очищение можно, вот если вот Т-зону, например, вот можно выделить. И, например, сюда нанести нам вот гранатовую, как я ее называю, маску на подбородок и для, вот, для контура, для подтягивания контура нашего вот лица. Пожалуйста, либо осветление под глазки наложить. То есть комбинации различные, пожалуйста, применяйте. В компании существует прямо подбор рекомендаций, программы, как можно одновременно, в какие дни, какие маски можно наносить. Пожалуйста, читайте, пользуйтесь, применяйте, и тогда ваша кожа будет красиво ухожена и здоровая. Это как дополнительный уход. Я сказала, что 7 минут. Эта масочка, да, наносится, ну или 3 маски вы одновременно, если мультимаски делаете. И затем вы ее наносите, естественно, на очищенное протонизированное лицо. 7 минут держите, потом смываете. И затем уже наносите, можно нанести сыворотки, я потом еще о них скажу дополнительно. И либо нанести крем или лосьон в зависимости от вашего типа кожи, что вы используете. Плюс защитное средство, либо крем-лосьон уже идет с защитными средствами. Смотрю на время. Время еще есть. Отдельно выделена линейка Intensive Skin Care. Это линеечка, которая как раз нам говорит о салонном уходе. Вы знаете, когда я первый раз стала знакомиться и разбираться с продуктами этой линейки, то вот не делая никаких салонных процедур, я поняла, что это такое на самом деле. Потому что химии я очень боялась, чтобы идти делать какие-то вот эти вот процедуры. Инъекции тоже, если честно, то я боюсь. Вот. Поэтому, конечно, эта линейка, ну, просто вот находка. Плюс это происходит в домашних условиях, очень деликатно, безболезненно. Плюс это еще экономично, плюс ко всему, да, вот, и удобно в то время, когда мне это нужно. Так вот, Intensive Skin Care. Начну вот с этих двух продуктов. Вот так вот она очень красиво выглядит, даже упаковка, то есть это вот практически уже инновационные технологии. То есть вот отшелушивающий лосьон, он поворачивается, и он потом уже не будет у нас нажиматься. Либо, вот он, видите, запечатан, да? То есть уже никак не прольется, не испортится. А вот когда мы уже делаем, тогда он уже нажимается. Точно так же колпачок защелкивается. Я хочу этим подчеркнуть еще раз, что упаковка тоже это точно такой же неотъемлемый атрибут премиальности, как и содержимое и результат этих продуктов. Итак, если мы начинаем, то, может быть, мы поговорим сначала о пилинге, потому что он вышел ну, в более ранний срок, чем, например, вот отшелушивающий лосьон. Пилинг. Ну, само название говорит уже само за себя. То есть мы
это предназначено для того, чтобы очистить нашу кожу, удалить с нее ороговевшие вот такие вот частички. И знаете, вот после первого же уже применения пилинга мы чувствуем, прямо вот проведя по лицу, насколько гладкой становится кожа, насколько она обновленная становится. Но он так и называется — обновленный пилинг. Хорош он тем, что он убирает только ороговевшие, только омертвевшие, ороговевшие клетки на нашем лице. Уникальная технология, разработанная компанией, позволила сделать открытие. Они долго подбирали ингредиенты и нашли гриб, такой есть мехийный хор, который, кислотно-щелочной баланс которого сродни с мертвыми клетками. И вот в этом, в составе этого продукта как раз использован этот гриб, поэтому он работает только с мертвыми клетками, совершенно не задевая живые клетки. Живые клетки остаются на лице. То есть мы получаем результат, знаете, как вот результат химического пилинга. Вот. Но это ферментативный пилинг, потому что вот я уже сказала, что фермент вот этого вот гриба входит в состав этого продукта. И это безболезненная процедура совершенно. Наносится она по времени, на 8 минут. Дольше держать не надо. Когда мы открывали этот продукт, нас тренеры тоже предупреждали о том, что здесь время больше. Это не для этого продукта. Все по компании рассчитано, предусмотрено на увлажняющую кожу. Мы наносим этот продукт 8 минут и затем его смываем. Очень хорошо он работает в паре, не в один, не за раз, разнесенное во времени, но эффект, если вы утром и вечером либо работали с пилингом, затем поработаете, можете поработать с отшелушивающим лосьоном. Отшелушивающий лосьон – это уникальный вообще концентрат смеси вот светоотражающих частичек и таких вот природных компонентов, на основе которых он сделан. Он очень хорошо подходит для тех людей, для тех дам, у которых проблемы с порами. Загрязненные поры, широкие поры, точки, вот, которые невозможно практически вот удалить. Он работает на 5 этапах нашей, на всех 5 этапах поры. То есть он убирает и загрязнение внешнее, он проникает дальше глубже в поры, практически до основания вот этой поры. Вот, потому что там входит еще яванский чай, который как раз вот очень глубоко туда проникает, практически даже за пределы поры и окружающую даже, вот, скажем так, ткани, которые вот вокруг этой поры еще находятся. И они сужают эту пору. И вы знаете, вот я привела свой, так скажем, нос в порядок благодаря как раз вот отшелушивающему лосьону Arctic 3 Intensive Skin Care, потому что те черные точки, которые находились, тогда не было еще дермасоник прибора, ну и потом он не в каждом доме и появится, не у каждой дамы, вот. А вот этот продукт может позволить себе любая дама. Так вот, вы знаете, такое впечатление, что вот эти вот поры там закрывались, и вот эти черные точки, эти сальные прямо вот пробочки, они как будто поднимались кверх, и вот стоило потом только нажать, и вот эта пора прямо с черной точкой, она вот выскакивала. И самое интересное, что пора сужается. Если мы еще подключаем к этому правильное питание, да, ну то есть исключаем жирные какие-то вот такие копченые вещи, которые, ну, тоже отражаются на нашей коже, и в том числе на выработке самих желез тоже на этом отражаются, вот, то вот просто вы получите замечательный результат. Так, небольшая техническая сама через 7 минут появится, но большая просьба снова зайти по этой же ссылке. Продолжаем. Угу. Следующий продукт из серии «Ночной уход восстановления» – это маска. Маска у меня здесь не представлена, но вы знаете, это вот действительно преображение, потому что мы знаем, что наша кожа работает не только днем, но и ночью. Ночью она работает даже больше и интенсивнее. И через поры у нас как раз вот выходят и те загрязнения, слюны, которые, может, еще остаются. И как раз ночью компоненты, которые входят в те или иные продукты, если это ночные продукты,
то они более интенсивные, более насыщенные. Так вот, маска ночь, время, прям вот преображение, да, именно и хороша тем, что она интенсивно будет ухаживать в ночное время. Вы спите, а она работает. Центелла азиатская, которая входит вот в этот продукт, она вообще-то применяется еще в мезотерапии. То есть практически вы опять же получаете салонный уход в домашних условиях, не затратив на это много времени, гораздо меньше средств, чем салон, и получив замечательный, прекрасный результат. 14 ночей. Немножко по-другому сейчас эта программа выглядит. Это программа, которая рассчитана на восстановление нашей кожи, на преображение ее. 14 ночей, то есть вечернее время мы тоже ее накладываем отдельно, такие вот прямо колпачки, рассчитанные на одно применение. Достаточно для того, чтобы нанести и на лицо, и остается это средство на руки. Так всегда говорит эксперт бренда Artistry, федеральный эксперт, дерматолог, косметолог с большим стажем работы Александра Гонт. Не экономьте на себе, не делите этот флакончик на две части, а используйте его полностью. Восстановление клетки происходит на уже клеточном уровне, на уровне ДНК. И, в общем-то, это... Если вот я сегодня уже говорю о салонных процедурах, сравниваю, да, то это где-то вот альтернатива получается в салонной процедуре фотоомоложения. То есть арсенал в компании для того, чтобы получить профессиональный уход за кожей, он просто вот колоссальный. И очень люблю эту сыворотку Artistry Intensive Skin Care. Это сыворотка с витамином С и гиалуроновой кислотой. Вы знаете, я сегодня ее взяла, новую сыворотку, потому что предполагаю сделать Ирине, нанести на лицо эту сыворотку. Поэтому инновационное здесь все. Здесь инновационный сам продукт. Здесь инновационная упаковка, инновационный колпачок. Так вот, те, кто не пользовались, может быть, этой сывороткой. Мы снимаем эту пипеточку, открываем. Здесь у нас гиалуроновая кислота. Накручиваем колпачок с витамином С, в котором находится порошочек витамин С. Нажимаем на кнопочку, которая сверху, и взбалтываем хорошенько, чтобы весь продукт у нас перемешался. Там открылся, если вы увидите, там открылся просто клапан. Сыворотка рассчитана на один месяц применения. Вам ее достаточно хватит, чтобы два раза в день ухаживать за своим лицом. Почему на месяц? Потому что витамин С – нестойкий витамин, и после месяца может произойти окисление его, поэтому используйте по назначению, как говорится, не экономьте. Этот колпачок мы убираем, вставляем сюда наш дозатор, вот, и потом вот набираете, и будете наносить потом на лицо. Очень нравится мне этот продукт, пользуюсь я им постоянно. Больше могу сказать, опять же, компания предусмотрела. Вот мелочь, понимаете, но вот есть небольшой такой кружочек, который приклеен, да, вот здесь. Я его, компания его сделала не просто так, приклеиваю вот сюда вот вниз и пишу дату, когда я начала пользоваться этим средством, с тем, чтобы не пропустить этот месячный срок. Колпачок, как я уже сказала, инновационный. И вот если посмотреть на все презентационные материалы, то там есть прямо вот такое сосочка, слово fill по-английски. Fill как вот заполнитель, наполнитель, филлер. И вот работает это средство как раз вот по принципу косметических филлеров. То есть сейчас тоже это очень такое трендовое направление. То есть заполняется
морщинки, вот эти вот видимые морщинки заполняются гиалуроновой кислотой. И витамин С обеспечивает нам просто очень сильную, хорошую, такую вот антиоксидантную защиту, защиту от окружающей среды. И гиалуроновая кислота обеспечивает нам работу по улучшению упругости нашей кожи. Хочу сказать, что вот иногда люди спрашивают, а от чего зависит цена? 20-40. Почему цена такая? Понятна упаковка, понятна состав. Так вот, я вам хочу сказать, что гиалуроновая кислота есть, как бы, да, вот там продается в аптеке. Но гиалуроновая кислота гиалуроновой кислоте рознь. И здесь гиалуроновая кислота двойного действия. То есть, с одной стороны, это, так сказать, крупнодисперсная такая вот гиалуроновая кислота, которая применяется и в некоторых других косметических брендах, которая как бы вот, как растекается как будто по поверхности кожи, да, результат есть, результат видимый, как говорим мы, результат на лице, но он не дает долговременности такой вот и такой глубины работы изнутри кожи. И с другой стороны, в компании есть вот крупнодисперсная вот эта гиалуроновая кислота и мелкодисперсная гиалуроновая кислота, которая проникает уже в более глубокие слои поверхности кожи и как бы вот как выталкивает, притягивает, во-первых, влагу, притягивает влагу и удерживает молекулы воды. И вот от этого как раз и зависит, потому что бывает гиалуроновая кислота, если я не ошибаюсь, вот здесь до 100 молекул может притянуть и удерживать. Вот. Андрей, давайте мы на секунду отвлечемся. Ты перевернешь.